Прямой эфир телеканала «Россия» продолжает вести Ульяновского региона. В студии Ирина Шмыгова. Добрый день и коротко о главном. Школьник из села Байдулино отважно спас родных из огня. Палево уже быстрее всех успел. Вынес всех. Вытащил улицу. Семья, в которой растет маленький герой, теперь и сама нуждается в помощи. Дом так и не восстановили. Прицел 477, угломер 1,80. А, вот выстрел! Условный противник уничтожен. Поставленные задачи перед десантом были выполнены своевременно. Ротно-тактические учения для ульяновских десантников. Как это было? В работу без временных рамок. Мы начинаем работать без ограничений, то есть в привычном графике после 11, но с ограничением по посадке. Ограничения по-прежнему распространяются на рассадку гостей. Средства индивидуальной защиты тоже обязательны. Более 100 тысяч тонн снега вывезли из Ульяновска с начала зимы. Особое внимание дорожные службы уделяют борьбе с гололедом. Из-за резкого снижения уличной температуры на дорогах образовалась наледь. Как сообщают в администрации города, работа по устранению ледяной корки организована в круглосуточном режиме в каждом районе города. Помимо механизированной обработки, привлекают более 200 человек для посыпки тротуаров вручную. Только за сутки для обработки дорожного полотна используют почти 500 тонн смеси песка и соли. На постоянной основе ведется контроль за работой техники, в том числе и квартальными полномочиями администрации районов и управлением дорожного хозяйства. Продолжаем следить за работой управляющей компании. То есть задача сейчас дворников – это убрать наледь с тротуаров, а также те наледи сосульки, которые образовались на кровлях в период оттепели. Продолжается расширение проезжей части дорог, очистка остановок и пешеходных переходов, тротуаров, а также уборка улиц пригородной зоны. Напомню, по вопросам состояния дорог и тротуаров жители могут обращаться в круглосуточно работающую диспетчерскую Дорремстроя. Звонки по состоянию придомовых территорий принимают специалисты Центра управления городом. Герой из села Байдулино несколько лет назад, школьник Павлик Иванов, спас родных из огня. Страшный пожар уничтожил дом, многодетная семья переселилась к родственникам. С жильем обещали помочь чиновники, но проблема до сих пор не решена. Взрослые дети продолжают ютиться в одной комнате. Павел Игнатьев подробнее. Настоящий герой Павлик Иванов свои награды на показ не выставляет. Из ящика вынимает после долгих уговоров. Ордена, медали, имены, часы от губернатора области. Мальчик достает из коробки по большим праздникам. Бережет. Подал, что буду носить. Взрослые и дети – большая семья. После страшного пожара они ютятся у родственников. Дети маленькие, в школу ходят все. И позаниматься хочется, и где побеситься им. А тут где... И взрослые, и дети все в одной комнате. Трагедия случилась еще 3 года назад. Кроме взрослых, в доме трое несовершеннолетних. Первым возгорание заметил именно Павлик. Разбудил родителей, спас из огня маленьких сестренок. Павлик уже быстрее всех успел. Вынес всех. Вытащил на улицу. Дом, сарай, все надворные постройки огонь уничтожил за считанные минуты. Кое-где остатки обугленного забора. Вдалеке едва заметно чернеет стянутая копотью печка. Люди здесь больше не живут. Сгоревший дом находился примерно здесь. Все, что от него осталось, сейчас скрыто под снегом. А вот когда здесь что-то построят, до сих пор неизвестно. Для заготовки дров семья получила делянку в лесу. Материал планировали пустить на строительство нового дома. Дальше абсолютная дикая история, бесчеловечная. Спустя какое-то время большую часть заготовки просто украли. Потом уже поехали за лесом вывозить начинать. И уже там просто там все вывезено, там дорога вся изрыта. Все, что осталось, лежит здесь, у забора. Из этого дом явно не построишь. На баню, дай бог, хватило, наверное. Чье-то кощунство стоило многодетной семье крыши над головой. Пока ведется следствие, Самаркины продолжают тесниться в маленькой избушке. Уже много лет погорельцам помогает член Общественной палаты Российской Федерации Елена Истягина-Елисеева. По словам чиновника, перспектива у дела есть. У истории должен быть счастливый конец. Нашим уважаемым чиновникам надо включиться в историю и помочь. Губернатор уже дал соответствующее поручение. Я надеюсь, что в самое ближайшее время дело сдвинется с мертвой точки. Тогда у многодетной семьи появится долгожданный дом, а у каждого ребенка личная комната. О собственном уголке мечтает и юный герой. Кровать.
наверное. Свой школьный стол, чтобы дома задание делать. Почетная книга «Горячее сердце» про таких же, как Павлик Иванов, скромных героев. 70-ю страницу родные открывают не глядя, листок давно заломлен. Да и текст знают слово в слово. В новом жилище под книгу выделят не только полку, целый шкаф. Туда же все награды, которые герой продолжает прятать. А на расспросы о подвиге по-прежнему скромно молчит. Павел Игнатьев, Сергей Свешников. Вести Ульяновск, Байдулина. Тереньгульский район. На парковке в Заволжском дворе сгорела газель с косметикой. Кадры пожара очевидцы опубликовали в социальной сети. Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание обогревательного устройства внутри фургона. Огонь уничтожил товар. Никто, к счастью, не пострадал. Более серьезное происшествие зарегистрировали в Ульяновском районе. В Ульяновском районе Ульяновской области на 6-м километре автодороги подъезд к городу Ульяновску от автодороги М5 «Урал» в 20:35 по предварительной информации водитель, мужчина 23 лет, управляя автомобилем «Ягуара», совершил наезд на пешехода, который двигался во встречном направлении посередине проезжей части дороги. В результате ДТП пешеход, женщина 32 лет, госпитализирована. Только за сутки инспекторы зафиксировали 6 тысяч нарушений правил движения. На дорогах произошло 20 аварий. Ульяновские десантники отработали действия при атаке и обороне. Ротно-тактические учения прошли на полигоне «Поливна». В них было задействовано 200 человек личного состава и 20 современных бронетранспортеров. О задачах и их выполнении Артем Петров. Беспилотник «Орлан-10» поднимается в небо с максимальной высоты в 5000 метров. Цели противника словно на ладони. В режиме реального времени данные передаются в пункт управления. Отсюда же дается команда на корректировку прицелов минометного расчета. Командир 3-й роты, скорректировать огонь! Прицел 477, угломер 1,80. Огонь! Выстрел! Снаряды попадают точно в цель. Условный противник уничтожен. Колонна бронетанковой техники выдвигается для выполнения дальнейших задач ротных тактических учений. В составе колонны современные машины нового поколения БМД-4М и так называемые «ракушки». Благодаря конструкции бронетранспортера модернизированная версия БТР способна быстро преодолевать даже водные преграды. Во время совершения маневра десантники наткнулись на вооруженное сопротивление диверсантов противника. Сейчас задача десантников совершить боевое развертывание и атакой сходу отразить нападение. Подразделение условного противника блокировано. Теперь десантники наращивают усилия в обозначенном направлении. В указанный район подтягиваются дополнительные силы. Задача на новый этап – занять и оборонять выгодный рубеж. Атаку противника отражает бронетехника. Огонь ведется из боевых машин БМД-4М и БТР-МДМ. После непродолжительного боя цели поражены. Учения проводились с целью проверки слаженности роты, проверки основных вопросов взаимодействия между десантно-штурмовыми и артиллерийскими подразделениями. Поставленные задачи перед десантом были выполнены своевременно. Задача командования выполнена на отлично. Всего в ротно-тактических учениях было задействовано более 200 человек личного состава и 20 единиц боевой и специальной техники. Артем Петров и Денис Миронов. Вести. Ульяновск. Ограничений становится меньше. Бары, рестораны и другие заведения общепита в нашем регионе теперь могут работать без временных рамок. Это связано с очередными послаблениями в связи с текущей эпидобстановкой и снижением заболеваемости коронавирусом в Ульяновской области. Послабление по графику работы кафе, баров и ресторанов поможет бизнесу получить дополнительную прибыль, что весьма актуально по словам самих рестораторов. Однако, несмотря на продление времени работы, часть ограничений по-прежнему действует. Начинаем работать без ограничений, то есть в привычном графике после 11, но с ограничением по посадке. Ну, кроме того, остаются еще прежние ограничения по расстоянию между гостями, соответственно, наличие антисептиков, масок на гостях и персонале также. Роспотребнадзор и власти будут следить за эпидобстановкой в регионе и в зависимости от ситуации примут решение об очередном снятии или, наоборот, об ужесточении ограничений.
В Ульяновской области оценит эффективность глав регионов. С новым президентским указом познакомил глава губернии. В документе прописаны критерии эффективности глав регионов. По ним выводится общая оценка. Если она положительная, то область вправе рассчитывать на дополнительные финансы из Москвы. Сергей Морозов считает, что схожую схему можно применить и к региональным чиновникам. Далее обсудили тему борьбы с коронавирусом. Все не должны расслабляться вообще даже ни на секунду. Я еще раз говорю о том, что никто не говорил, что следующей волны не будет. А наоборот, надо внимательно смотреть над теми недостатками, которые есть у нас в практической деятельности. Почти у десятка муниципалитетов не просто там желтый свет горит, а даже красный свет горит. На совещании также рассмотрели итоги социально-экономического развития региона. Несмотря на пандемию, Ульяновская область практически вышла на показатели предыдущего года. Она на втором месте в ПФО. В отрасли сельского хозяйства мы все знаем, что мы там установили все возможные рекорды по валовому сбору. Строительство мы примерно 1,5% увеличим по сравнению с прошлым годом. Замедлилось инфляция, и начал выправляться рынок труда за последние два месяца. Безработица также начала сокращаться. В регионе разработают комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. По словам Андрея Тюрина, новый документ объединит региональные программы развития. Это позволит более серьезно подойти к решению многих проблем в муниципальных образованиях. Мы будем понимать, с каким решением нам необходимо в первую очередь заходить в муниципальное образование. Либо это ремонт или строительство автомобильной дороги, либо это газификация или решение вопросов водоснабжения. На совещании также рассмотрели вопросы об исполнении бюджета за январь текущего года. Общая сумма доходов больше, чем в прошлом году. В этом она превысила 3 миллиарда рублей. Это стало возможным в основном за счет роста акцизных сборов. Это «Вести Ульяновск», мы продолжаем выпуск. В исправительных колониях УФСИН взяли курс на углубление гуманизации. На базе 9-й колонии открылся новый расширенный участок. Он функционирует в режиме исправительного центра и, по сути, представляет общежитие с правом свободного выхода за пределы колонии. В таких условиях будут находиться осужденные с наказанием в виде принудительных работ. Сам центр с учетом нового участка сможет принять больше 80 человек. Здание оборудовано спальными помещениями, молельными комнатами и бытовками. Кроме того, есть санузел с душевой, а еще помещение для приготовления пищи. Его оснастили новыми холодильниками, мойками и электроплитами. Я думаю, что вот это учреждение, в котором в обязательном порядке осужденные привлекаются к труду, вот это будет способствовать и возмещению ущерба, но и в целом воспитательному воздействию. В соответствии с распорядком дня в определенные дни проводятся воспитательные работы, проводятся лекционные занятия по вопросам борьбы с наркоманией, борьбы с пьянством и алкоголизмом. В новом центре дисциплину осужденные будут поддерживать самостоятельно. Тем не менее, в некоторых местах здесь для профилактики установили камеры. А для нарушителей оборудовали специальные комнаты. Они могут за употребление спиртных напитков, за то, что не вернулись вовремя с работы или еще с выездов каких-либо, они могут быть водворены в данное помещение. Помещение перед открытием осветил протоиерей Святослав Еренков. Ожидается, что первых осужденных к принудительным работам направят сюда уже в этом месяце. Все они будут трудоустроены. Это позволит им возмещать ущерб государству, а еще оплачивать коммуналку за пребывание в исправительном центре. Чтобы было проще в будущем, в школах Ульяновской области снова изучают семьеведение. Пока этот предмет ввели в программу обучения в 183 школах по всему региону, в некоторых учебных заведениях это отдельный предмет для учащихся старших классов. А где-то семьеведение преподают в формате внеурочной деятельности. Являюсь сам учителем ОБЖ. Очень должное, то есть как бы внимание оказывается как раз вопросам семьеведения в рамках этого курса. И когда начались встречные вопросы от учащихся по поводу острых проблем возрастной психологии, прежде всего, половой принадлежности и других таких вопросов, так скажем, такого острого характера, понял, что ребята спрашивают, спрашивая от третьего лица, говорят, наверное, больше о себе. Выбор формата определяет руководство учебного заведения. Главное, что называется, достучаться до учеников и донести до них ту информацию, которая им пригодится в будущей жизни. Да и сейчас, в непростой подростковый период, занятия помогают разобраться в себе.
для подростков, как мы, это будет очень полезно, потому что у многих сейчас проблемы в семье, и думаю, этот урок может помочь это решить. Я отношусь к этому положительно, потому что это интересные уроки, которые помогают нам в жизни в дальнейшем. Решение о введении подобного урока в школах региона будет принято позже. Центры активного долголетия вновь открывают двери. Напомню, из-за пандемии занятия пришлось проводить в онлайн-режиме. После снятия ограничений центры возвращаются к привычному формату работы. Ограничения для пожилых жителей региона, а также для людей с хроническими заболеваниями, теперь носят рекомендательный характер. И буквально сразу о хорошей новости узнали пенсионеры, которые уже давно считают центры долголетия своим домом. У нас образовался вакуум, вот у меня лично, я не знала просто, куда себя деть. И мы ждали, когда же в конце концов распахнутся двери, где нас добром встречают, уютом встречают. Танцевальные коллективы, фитнес, песни, спортивные занятия. В центрах долголетия каждый или почти каждый найдет себе занятие по душе. В подтверждение слов, в центре активного долголетия на верхней террасе приводят цифры. Сравнивают количество посетителей тогда и сейчас. Вот я когда в марте пришла, было 49 человек. На сегодняшний день у нас уже 98 человек. Даже за последние дни у нас пришло уже 15 человек. В Ульяновске сейчас действует 9 центров активного долголетия. И там заверяют, что готовы принять любое количество желающих. Ведь для общения людей серебряного возраста они и созданы. Что является причиной счастья? Погодные условия или вихрь, закруживший сердца молодых людей? А может, случайные события, которые определят судьбы? В минувшие выходные Ульяновский молодежный театр представил свое прочтение бессмертного произведения «Солнце русской поэзии и прозы». Спектакль «Метель» по знаменитой повести Александра Сергеевича Пушкина поставили художественный руководитель театра Алексей Храбсков и Дарья Долматова. В основе классический сюжет. Внезапно разыгравшаяся метель не дает добраться одному жениху до своей невесты и приводит к ней совершенно другого, того самого, который вместе с частичками снега привозит с собой историю любви. Через долгий путь скитаний в поисках истины герои Плутая в нелепых обстоятельствах в итоге осознают свое существование, приводят к равновесию внешний мир и внутренний, пытаясь написать свою судьбу заново. В ближайшие выходные артисты молодежного театра также ждут ульяновцев на своих спектаклях. 13 февраля они представят зрителям современную драму «Любовь и стрижа кеды», а в День всех влюбленных 14 февраля на сцене молодежного комедия по произведению Карла Гальдони «Хозяйка гостиницы». На этом наш выпуск завершен. Я благодарю вас за внимание. Далее информация о погоде. Хорошего дня. До встречи. Увидимся. Берегите себя. Сейчас в Ульяновске 19 градусов мороза. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70%. Ветер юго-западный 2 метра в секунду.